შემდეგ, როდესაც დედაქალაქის სლოგანი ქალაქი, რომელსაც უყვარხარ გახდა, მასშტაბურმა რეკლამამ ქვეყანაში ტურისტების რაოდენობის ზრდას შეუწყო ხელი. Однозначно буду совершенно вспоминать о людях, которые очень, ну, мне кажется, у русских и грузинов не было между народами в отношениях никаких проблем. Я буду вспоминать о людях, я буду вспоминать о прекрасной еде, я буду вспоминать об очень красивой природе, которую мы правда видели в дожде, но тем не менее. И, конечно, о прекрасных, совершенно прекрасной архитектуре, которая, к очень большому сожалению, находится в часто в очень плачевном состоянии, но потрясающе красивый город, и мы получили огромное удовольствие, проведя в нем несколько дней. It's a very large university. I mean, there's I think it has 30,000 students or more, right? This is by far the largest university in this area. Прекрасный старинный город, и думаю именно о вот тех событиях, вот, которые, так сказать, у вас в стране, о том, что изменилось все, кроме вот старины, кроме этого вот величия. Ничего, я улю.